Снайпер должен быть не только хорошо подготовленным стрелком, но и очень хорошо физически и разнопланово подготовленным. Виктор Иванович, мастер спорта по стрельбе и снайпер со стажем. Из хорошей винтовки может попасть противнику в глаз с 300 метров. Иванович уже был уволен в запас, когда его отыскали и предложили работу инструктора во вновь созданном снайперском центре. Он говорит, что быть спортсменом-стрелком и быть настоящим снайпером – две большие разницы. Быть снайпером – это целое искусство и очень тяжелая работа. А потому его воспитанникам приходится проходить тактическую, тактико-специальную, боевую подготовку, инженерное, горное и радиодело. Правильно изготавливаться, правильно вкладываться в оружие и нажимать на спусковой крючок, чтобы попасть на четко фиксированное расстояние, можно научить, в общем-то, достаточно прилично, ну, практически любого человека. А если же мы готовим снайпера, то это человек, у которого в первую очередь не только работает указательный палец на правой руке, а самое главное, работает голова, в которой должно, как в электронно-вычислительной машине, за очень короткий промежуток времени быть обработано огромное количество исходящей информации. Если у спортсмена, который стреляет серию там, из 10 или из 20 выстрелов, всегда есть возможность поправиться, то у снайпера, как правило, такой возможности нет. Итак, товарищи курсанты, тема сегодняшнего занятия – зоотактика специальной подготовки при движении боевой группы в составе подразделения. Огневую подготовку будущие снайперы проходят на полигоне. Законы внешней баллистики и теорию стрельбы изучают в классах. Схема засады огневых точек. Снайпер-профессионал должен уметь не только правильно определять расстояние до цели, но и учитывать скорость ветра, тепловые потоки и прочие факторы, оказывающие влияние на пулю. Ядром и тыловым охранением. Слишком много факторов нужно учитывать, начиная уже от деривации и кончая температурой, потоками и направлением, и силой ветра, и даже местом цели, то есть строго ли оно у тебя по горизонту, ниже, выше. Вот цель, головная фигура, да, дальность 100, вот установка верхнего маховичка, единица, бокового 0, и смотришь отклонение. Сделал выстрел первый, прицелился, все. Вот у меня ниже легла на 10 сантиметров. У Сергея с Максом своя теория и своя практика. Как старший и более опытный, Сергей делится с Максом знаниями. Вот, прицел 2, по нулям, 0, 0, 0, все. Свою экипировку, как и удобный для стрельбы приклад, Сергей сделал сам. Если он делал сам, основного смысла-то стандартного, который нам выдавали, тоненький, легкий. Это брезентовые ставки, чтобы меньше влаги попадало. А когда ползешь, чтобы не терлось. Рукава тоже брезентовые ставки. Ну, как раз на них не видно будет. Мешковина, КЗС, обрезки материалов. То есть лохматый, главное, контур головы скрыть, очертания тела. То есть в капюшоне дырки для глаз, когда надо. Также может маска одеваться на лицо, маскирует лицо, то и жарко. Капюшон назад скинул. Ночью Сергею предстоит выход в зону, откуда боевики обычно обстреливают огневую точку спецназа. Там он собирается устроить засаду на дикого снайпера. Подарок. На задание снайпера ходят с группой прикрытия. Как правило, это два автоматчика. Этой ночью для того, чтобы попасть в зону, где появляется дикий снайпер, группе придется идти через минное поле. После взятия Грозного всю территорию, по которой боевики могут подобраться к огневой точке, заминировали. Тогда о карте минного поля как-то не подумали, и теперь никто точно не знает, как расположена мина. Поэтому решено двигаться на большой дистанции друг от друга, если кто-то один подорвется, чтобы осколками не задело остальных.
Телевизионная картинка не в состоянии передать ощущения, которые испытывает человек, идущий по минному полю. Минут за 40 группа проходит расстояние в 300 метров и добирается до места. Сергей занимает позицию. В шутку он говорит, что может пролежать на одном месте столько, сколько Родина прикажет. На самом деле двое суток – это практически предел, известный специалистам. Умение снайпера почти неподвижно лежать на одной позиции и при этом оставаться незаметным для противника требует особых навыков. Это достаточно большая емкая наука, которая начинает, например, с того, как правильно расположить тело на земле, как правильно, не совершая никаких внешних движений, заставлять мышцы слегка как бы работать, то есть для того, чтобы восстановить кровообращение, восстановить, может быть, где-то тепла, получение тепла какими-то частями тела. Снайпер, находящийся в засаде, должен уметь обезопасить себя со стороны тыла. Для этого в центре изучают подрывное дело. Находящийся в наблюдении снайпер минирует зоны за своей спиной и по бокам. Огонь! А вот такой в теории должна быть настоящая экипировка снайпера. Пистолет Стечкина, стандартная снайперская винтовка СВД, патроны, граната, мины, радиостанции, бронежилет и много всяких специальных принадлежностей. Не мудрено, что для того, чтобы все это носить на себе, да еще на многие километры, необходимо иметь большую физическую силу и выносливость. Война, конечно, вносит свои коррективы, и опытные снайперы берут только самое необходимое.